Эй, всем здорово! Сегодня мы играем в ТФ2, но мы, короче, будем втроем целым с Энтриганом. То есть я ракета, они два пулемета, и мы должны будем защитить свой интеллигенс, стоя на одном месте. Ну, например, вот в этом углу. Да, мы с Марвином на этом. Вы, короче, сядьте и просто в одну сторону смотрите, в другую, но синхронно. И издавайте такой пип. 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 Пеп, пеп, блядь. Одну пушку. А, нет. Это смешно, на самом деле. Знаете, что надо взять еще, мне кажется? Ментрец, что ли? Чтобы меня не отбрасывало. С энши гоунов. Блин, нам нужен еще четвертый инженером был нашим. Медик с этим, с шляпой специальной, но это другой раз. Так, все на позе. Пип. 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 Ой, блядь. Пип. 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 Блядь. Пип. 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 А когда еще? Да куда ты идешь? Да я не знаю, почему он меня ходит. Что ты нажимаешь? Пип. Я нажимал. Пип. Вы знаете, какой пип. Звук в центре издает, когда видит человека? Пип-пип! Да, вот что-то давай. Пип-пип. Ракеты сломали. Стреляй! Продолжай стрелять! Чё ты стал? Да блин, у меня ХП мало. Сэндвич надо ждать. Инженера то. Нам надо сэндвич в другом месте поставить. Это поближе к нам. Очень неметкая ракета. Пип, мы в центре с огромными критами. Пип, пип, пип. Нас хапало. Сука. Мы шарим, мы должны продолжать. Вы должны в одну сторону стрелять. Чиниться! Автоботы на ремонт. Кстати, я возьму другую ракету, это вообще косая, вы знали? Ладно, мы в центре половину уровня. Второго левела мы в центре. Ну, почти. Ну. Старого с половиной. Ты чё перестал стрелять? Врагов-то видно. Да я... Сэндвич, блин, инженер опять... Вот обычно сэндвич же вот тут ставят. Да-да-да. Только давайте мы, не знаю, вот в этот угол ставим, чтобы нас сдвинуть было тяжелее. Да, ну тут сдалека будут стрелять. Давайте мы что-нибудь вот в этом углу. Да-да-да, давайте. Вот, отлично. Вот, вообще отлично, вот так вот, да. Блин, не двигайте меня самого. Ну вы помните, что делать синхронность, и оба сидите. Давайте, двигайтесь. Куда? Я не знаю, ну, просто... в одну сторону, в другую. Пип, да, пип, да, да. Пип. Так синхронно. Пип. 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 Мы двигаемся не синхронно, потому что мы еще в бета-тесте. Мы все пока не знаем. Не синхронизировали еще. Sentry down пишет. Где у нас второй пулемет? Да. Пушка готова. О, мы убили, мы эффективны. Вы друг друга вылечили. У вас оба ХП красная. Бля, пушка одна. Так. Марвин, задавай ритм. Бежим. Быстрее! Сентри даун! Пип, 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 пип! 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 Так, все, приставайте. Скаут! Блин! Нет! Фак! Криты убивают центры. В смысле криты убивают центры? Что это фигня? ДФ2 2018, криты убивают центры. По нерфите, как криты могут центры убивать? ДФ2 2018, криты убивают центры, и центры тоже имеют рандомные криты. Неплохо.
В центре можно хилить. Медик может хилить. Инж не работает. Да-да-да. Инжа удалили из игры. Да. Помоги. Теперь медик поступил на инженерный факультет в медстрой-центре. Похильтесь. А, сейчас. Меня ты зажал проводом? Да, конечно. В кого мы стреляем? Нам надо одну цель выбрать. Типа, давайте я буду выбирать цель, вы в неё стреляете. Давай. Пирс. Киньте в меня сэндвич. А, ладно. И в меня плюс. Пайбл у нас чистым. Дай сэндвич, а. А, у меня пока кончилось. Сейчас восстанавливается. Двигайте синхронно. Подожди, мне глаз чешется. Сентри даун. Давайте синхрон, синхрон. Давай двигайтесь в разные стороны. Да я не знаю, медаль, куда ты двигаешься? Блин, направо. Скаута. Пирса. Хувиса. Подожди, не Патроны кончились. Меня Сэнтон спасла. Диспенсер, вернее, простите. Меня патроны кончились. Ракеты, быстро. Чель меня. Чель меня. У меня есть еще есть это, защита от критов, мы в настоящий центр превратимся. Фак. Так, все, все, тихо, тихо. Все хорошо. Скаут! Так. Блять, как я сейчас туда сяду? Пирс! Я не знаю, в диспенсер войдешь нормально. У меня рандомные карты на ракетах у центре. Божеский геймплей. Так, сейчас там пирс выйдет, наверное. Видите нашего младшего брата? Сука, мы заигрались! Все, хватит, реально. Надо двигать. Только добьем врага. Да-да-да. Ну-ка, сентри, у нас легенда. Представьте, снайпер сентри. What the fuck, один пулемет неисправный. Пулемет долбоёб. Вы знаете, я смотрю на две лысые башки. Туда. Там есть кнопочка, открываешь голову, открываешь, на пули кладёшь. Тэффин, ладно. У нас новый апгрейд, что ли? What the fuck, это что за стрельба? Это типа шот сёркут, его так таким сделали теперь. Только он тратит больше патронов. 65 за выстрел. Я не вижу. Ну, один пулемет выйдет. Ты просто в сторону стреляй. Санкт-Иган номер 2 плюс Санкт-Иган номер 1. Just рофл. Just рофл. Спай, шопинг машин же! Он на левел ее понизил. Блин. Его катафон. Тупой от катафон, похиля дала. Сентри, который может хилить само себя. Новый левел. Почему это из беты вырезали? Почему это вырезали? Было в бете вырезали. Не знаю. Так у нас в сентри получается диспенсер, да? Встроенный. Что-то у нас немного 2018 года. Ну это была такая модель. Они брата уничтожают. Нуу!
Огонь! Спай! Fuck, нет! Нига, no! Бай, блин, я его только заметил. Fucking weeps, dude. Этот ракеты сработали. Что у нас с командой? У нас куча снайперов. Да ща под апгрейдит он, блин. Слышишь? Сейчас иду, апгрейд идет. Это у нас первый левел сенси, левел 1.5. Блять. Пушка поздно пришла. Первый левел сенси. Первый левел неплохо работает. А чё если центр ракеты это 4 солдата были? Это жестко. Да. О, фак, опять я не... Опять неисправность. Палец дёрганный. Да я просто в рангле там использую сейчас. Да я стреляю. Слышишь? О, фак. Ранглером просто... Снайпера можно как ранглер использовать, он просто куда точку ставит. В смысле? Ну, у него же точку видно его, у снайпера, когда он целится. А-а-а. И типа туда стрелять. А, я понял. Господи. Столько возможностей. Это возможность спойлер, не стреляй по нему, мы не должны его видеть. Да-да-да. Что, я не тёст... вижу, это просто рангер. Там снайпер целился, не видели, что ли? Нет. Это рангер. Это что за ФНАФ? Свершил один в угол, другой угол. I love this. What the fuck? Это шлайк. Аж пушки встали. Мы тебя увидели, что за стиху. Почему оттуда трупы падают? Не знаю. Ну, короче, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся с вами в следующем видео. Пока!